Может, стоит их предупредить, что внизу небезопасно? Туристы относятся к озеру как к большой свалке. Как вы, ребята? Шериф говорит, у вас повсюду сокровища. А посему мне достаются все израсходованные баллончики акций, журналы, буфера. Мне вся бытовая техника. А мне все пропавшие без вести девушки. Бог ты мой. Ну и размерчик, я таких никогда не видела. Слушай, давай сосредоточимся на деле. А я о деле и говорю, Сэм. Смотри, не нырни в расщелину. Она метров 60, не меньше новок. Видимость почти идеальная. Спускаюсь в трещину. Парциальное давление кислорода 1,3. У меня тоже 1,3. Жаль, что ты этого не видишь. Это невероятно. Новак, слышишь меня? Да, отлично. Так, ребята, вы примерно в 30 метрах от входа в туннель между озерами. Похоже, дальше придется плыть друг за другом. Я первый. Нет, я должна пойти первой осмотреться. А то еще застрянем из-за твоей жирной задницы. Деточка, я же как угорь. Электрический угорь. В такие места протискиваюсь, что самому страшно. А вот это странно. Вот они, но почему-то расходятся. Ребята, у вас все нормально, вы пропадаете. У меня тут резкое падение температуры, ощутимо холодно. Наверное, ты подошел к подземному озеру. Что-нибудь видишь? Я вхожу в пещеру. Господи, да ей конца края не видно. Жаль, что ты этого не видишь. Это удивительно. Это не так. Что, повторный толчок? Не знаю. Дайте мне ласты. Где ты, Сэм? О, нет. Господи! Thank you.
вытаскивайте ее! Поднимайте! Твою мать! О, Боже!